Говорят, что войны выигрывают лишь те, кто знает и уважает противника. Другие полагают, что для победы нужна стратегия и решительный лидер. Война — это коварство. Битвы лучше вести из тени. Только воля и чистая сила приведут к безграничной власти. А, впрочем, забудь про все это. Получай удовольствие. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Hello, people. Вы на новом канале Lord Voodoo Железное Сердце. И мы сегодня поиграем в карточную игру Hearthstone. А именно зачистим Наксрамас на героическом режиме сложности. Ну чё ж, поехали! А ну приказ. Призывает на поле 4 неруба. Такая вот у него есть способность. Ну что ж, а ну приказ, ты обречен. Зачистим мы тебя нашим любимым героем Джайной Премудрой. Не стоило напрашиваться. Карточки мы все сливаем, потому что они очень дорогостоящие. Надеюсь, что-нибудь подешевле увидим. Да, выпало нам. Нам играем мы совместно с Вандалом. Точнее, Вандал играет, а я это все дело комментирую. Заюзал он свою монетку, чтобы поставить своего героя. Ну чё ж. Пускай мы ему в лобешник влупим. Пропускаем опять же ход. Он ударил меня. Как он мог? Ставим провокацию, встрачив свои 3 очочка. И уходим. Как видите, у нас полная защита. Нам надо убить всех, чтобы добраться до нашего лобика. Нашей Джайны Премудрой. Добиваем. Пропускаем ход. Ждем дорогостоящую карту. Нам надо дожить до дорогих карточек. Не знаю, как мы это будем делать, но это надо сделать обязательно. Чародейский выстрел. Тоже неплохая карточка. На подумаем. Поставим провокацию. Потратим свои очки маны. Ну, просто так же нехорошо, если они сгорят. Провокация нас хотя бы чуть-чуть защитит. Да, все, уже не защитит. Опять мы начали получать флабешник. Так, сейчас мы тебе что-нибудь сделаем нехорошее. Ануб, Рекан. Будешь просто Реканом. Или просто Анубом. Да, Анубом ты будешь теперь, все точно. Берем овечку. Мне не хватает маны. Ага, маны нам не хватает, чтобы в лапешник закатать. Ну чё ж. Ждем ответный. Ой, он даже барашком нас бить стал, а? Что ж ты такой за человек, а? Барашком нас хлещет и все. Вот, Сталак это все-таки хороший герок. Бьет сильно, по крайней мере. Сейчас опять нам будет в лоб, опять нам будет больно, а? Ух, ё-моё, как у нас хлещет-то сильно. Чё-то героический режим сложнее, чем казалось. Так, убираем у него защиту. Теперь мы можем бить флоп. Посмотрим, какие вы на вкус. На вкус. То есть он нас что, мышками решил закоцать, что ли? Да нам сейчас провокация не помешает. Мягко говоря, не помешает. Так, ну еще одну батарею заряженных в лоб мы не переживем, конечно. Сталак это хорошая карточка. Если мы ее
уничтожим нашего героя, то мы вызовем Тадиуса. А Тадиус это, как вы знаете, очень хороший босс. Опа! Тоже из Нахромаса. Пожалуйста, вот наш Тадиус. Он нам теперь поможет. Так, убираем щиты все. А у нас есть щит, хорошо. Это хорошо, что мы за щиточком спрятались. Но ненадолго. Да, и опять мы начали получать втычинку. Закрываемся провокацией. Сейчас ты вот. Наконец-то Нубрикан получил себе в репку. Нам осталось... Нам в лоб себя пропускать уже нельзя все. Ой. Какая хорошая защита у нас. Казалось бы, такая карта начального уровня практически. Всего 4 очка маны, а сколько полезности это принесла. Убираем карту. Так, это влапешник. Влабешник. Тадиус бьет только в лоб. Все, тролль, пока. Спасибо тебе большое. Ты нас выручил очень сильно. Тебе понравится мой новый рецепт. Тебе понравится мой новый рецепт. Ты какой хитрый. Рецептура какая у тебя там. Волшебная. Так, ну чё ж, мы теперь будем делать кардинально. Пождем тебя. Хорошенько так. Спепелим, можно сказать. Так, ну что, ты готов? Получать в лоб. Так, жалко. Маны не хватит нам. Ну что ж. Щиты должны нам в этом ходу помочь. Да, помогли. Все отлично. У него карта не было на столике. А у нас карт зато много. У нас даже щитов много. Открыты. Ну что, можно добивать, наверное? Не моргай. Поиздеваемся чуток. Убрав все карты. А теперь можно тебе и в лобик. И Тадиусом тебя добьем уже. В минуса прям загонь. Да, ну все, Ануб-барак. Пока. Я горел, ты теперь будешь Анубом. Нет. То есть, неважно. Тебе никогда не победить великую вдову. Ну что ж, я буду стараться. Зачищено. Продолжаем свое величественное шествие по Нахромасу, героический режим. И следующий босс у нас – Великая Вдова Фарлина. Очень важная задача. Не вздумай отвлекать ее. Здесь мы возьмем паладинчика, чтобы эту Фарлинчику-то зафаерить. И испепелим ее силой света, как говорит паладин. Утер. Просто Утер нас обозвали. Вот так вот. Карты все сливаем. Дорогущая не очень. Очень дорогие карты. Нереально просто. Да, не особо дешевле нам выпали карточки, конечно. Ничего. Переживем. Конем прям и сразу в лоб, а. Какая хитрая вдова. Вдова вдовой, а сама-то. И монетки юзает она. Убивайте во имя господина. Ой. Ты че, ты еще и сама дерешься, что ли? Бедный наш паладинчик. 7 очков уже на третьем ходу потеряли.
Просим на стол охотницу на иглошкурых, которая призовет еще одного вепря. Все хоть чем-то стол будем заполнять, а не просто так просиживаться. И опять в лупа. Хоть третий удар мы в лоб не получили. Да уж. Надо использовать свою секретную тактику. Совершим небольшой обменчик картами, потратив все свои очки маны, и передадим ход. Вдова, я думаю, сделает все абсолютно то же самое. Смотрим, что получится. А мы заюзаем освещение, чтобы нанести урон всем противникам, тем более это нежить поганая. На, получай! Получай, нечисть. Сдохла. То-то же. Заюзаем секретик самопожертвования. Призывайте на поле боя защитника, который приманит на себя удар. А, накромантов опять своих выставляешь. Придают мне силу. Вот тебе и секретик. Ложись! Все нормально, зато наш герой растет. Тролль-то растет наш. Чуть-чуть, но растет. Да, 17-40. Конечно, неравное количество у нас жизни. Мы еще раз заюзаем самопожертвование и влупим. А скелетик при смерти всех и отравил. Прекрасно. Крики мертвых могильщиков. Карт с черепочками понаставил. Гад такой. Железноклюва заюзаем, который немоту наложит на его некромантика. Чтобы он тут не бубнил свои заклинания. И вообще мы его убьем. Он мне всегда не нравился. Полечимся чуток. И отдаем ходик. Вот секретик нам. Пожалуйста. Ага. Это было нечестно. Это он нечестно сыграл. Он и своих убил, и моих. Так нельзя. Байерлинский ливень. Так, ну тролля мы держим. Хотя бы это у нас получается как следует. Что же сделать? Что же сделать? Как же быть? Лайн защиты нашлем на своего Нерубика, чтоб он мог мочкануть в бабле чужого Нерубика. И поставим свою Миксану. Че, не нравится, Файерлин? Думаешь, за своими чуваками спрячешься? Ой. Правда спряталась. Да, наш тролль. Оттроллился уже. Обидно. Досадно. Ну ладно. Серебряный клинок. Каждый раз, когда ваш герой атакует, восстанавливает ему 2 единицы здоровья. Берем себе серебряный клинок. Бьем почитателя в тычинку. Ну, тем самым еще и подлечимся. Священник Синдарая, боевой клич. Ваше выбранное существо получает 1+1. И хп-шку повысим, и боевые навыки. Ксану бафнем, ну и в тычинку бьем. Получай. Твой ход. О, а что, она пропустила ход, что ли?
Вот дура, взяла ход, пропустила, взяла карту, перевернула и ничего не сделала. Ой, больная, вот это твоя смерть-то и придет сейчас. Сейчас мы тебя и добьем. 3, 4 и 5. Нашим паладинчиком еще и полечимся на тебе. Да, отомстит, конечно. И до него дойдем, не волнуйся. Пока. Орлина, всего лишь пешка. А вот паучья королева с легкостью разорвет тебя на куски. Да-да-да, разорвет. Слышали мы это? Следующая она будет. Мяксна. Ну, очень большая, да? Сейчас мы ее будем уменьшать. У Мексна есть неприятная способность кокона. Она возвращает 2 случайных существа противника в его руку. На обычном режиме это возвращается только один герой в руку карточка, а здесь сразу 2. Ужасно неудобно. Ну давай утрем Мексна, в месиво превратим. Будем сражаться с честью. Так, уберем одну дорогую карту. Из цигилятора оставим себе. Ну, он нам пригодится. Да, и она начинает, она сразу у нее, видите, 2 паучка стоит. Бывать паучков тоже не очень хорошо, потому что тем самым они еще и плодятся. Вот. Карта у нас была всего на столе 1, и нам ее сразу выкинули. Вот так вот наш герой возвращается в нашу ладошку. Им-то мы им будем ее хлестать, наверное. Юзает Мексана монетку и еще одержимого ползуна ставит. Все они с черепами. Мало того, что они двое уже стояли в самом начале игры, так она еще их продолжает выкидывать в большом количестве. А мы будем по одному очку своим кабанчиком ее. Кстати, опять нашего героя возвращает в ладошку. Вот так вот мы и живем. Вот наплодило сколько уже паучков. И каждый хочет мне норовить в тычинку нашему утору утереть. Так, ну что, рывками в тычинку игнорим этих паучков. Очень захватывающий бой. Опять она куканы и возвращает наших героев карточки наши с рывком в ладошки. И хлещет нас. А мы заюзаем освещение. Сгори! О, наплодили, елки-палки. Кокон. А кого ты будешь возвращать? У меня никого нет. Блин, каждый хочет меня вот просто утереть утро, да? Такие мелкие, а противные. Полечимся. И продолжим свою гениальную тактику рывков. Ну, побольше кого-нибудь. А так мы по 3 очка заход. Долго будем возвращаться. 2, 3, 4. Причем кокон ее вообще не стоит ни одного очка маны. Она сейчас еще будет хотеть то и творить с нами просто. Ага. Ну чё ж, мы заюжим тогда древнего исцелятора, который полечит нашего героя на 8 очочков. Вот он у нас и не механический, но полечится. И вы опять вернули нас в ладошку. Себя-то он лечить не может. Зато бьет. Не очень хорошо. Так, а чё он заюзает за карту, интересно? Он вообще карты не юзает. Он чисто решил нас тактикой своих вот этих мелких... малышей, что ли, закучерявить? Ходы нам отдает просто с полными очками маны. Опять рывками своими и себя болечим и в тычинку долбанем паладинчиком. Да. Так, опять кокон. У него тактика не меняется. Очки маны он будет юзать или так и будет сидеть в картами? А, Мексана?
Девочка моя, почему ты не юзаешь свои очки маны? Не юзает, видите? Стесняется, что ли, вот у нее какая-то такая. Моя переработка отложена. Опять наши воины с рывком. Во имя справедливости! Это нас, наверное, и спасает, что он не юзает своих карт абсолютно никаких. Восемь очков маны, очуметь. Он сейчас отдаст нам ход. Да, Миксана отдала нам свой ход. Ну и хорошо. А мы сейчас пойдем очень хитрым тактическим путем. Поставим кабанчика. Поставим Мурлока. Персонажа с рывком. И все. И больше ничего делать не будем. Отдадим ход. Даже лечиться не стали. Утер мужественно выносит все удары в тычинку. Моя переработка отложена. Полечили себе фейс, чтобы пережить очередную атаку малышей Миксаны. В моей руке слишком много карт. И что теперь? Я думаю, у нее намного больше карт. Просто непробиваемый наш паладин получается. А Миксана дура не юзает свои очки маны. Держит карты и ничего не делает. Да, я думаю, вы не такой бой ожидали со стороны Миксаны и нашего паладина. Ну, не я это называется придумал. Называется, мы разгадали твою тайную тайну, чтоб ты не брала карты и не тратила очки маны. Просто-напросто не ставить на стол больше двух карт. Говоришь, что ты запутался. Ну, я думаю, вы догадываетесь, чем сейчас все это закончится. Все оказалось, как вы видите, намного легче, чем... Главное до этой Миксаны добраться. Заплачу, заплачу. Только вы, дорогие друзья, не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться на канал. С вами был Лорд Вуду и Вандал на игровом канале Железное Сердце. Это был героический режим Накс Рамаса в карточной игре Hearthstone. Хватит! Прекрати немедленно!